Глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание парламента, чтобы выработать дальнейшие шаги. Решение Мадрида применить 155-ю статью Конституции он назвал нападением на демократию и обвинил короля Испании в поддержке агрессивных действий против народа. Пучдемон напомнил, что каталонцы приняли решение на открытом голосовании, а теперь чиновники аннулируют это в своих кабинетах. По информации местных СМИ, глава Каталонии намерен провозгласить независимость региона от Испании уже завтра.